Волосовский клуб ветеранов отметил очередную круглую дату – 20-летие. Уже два десятка лет он объединяет людей пенсионного возраста, предоставляя им возможность для творческого самовыражения и организует для них интересные встречи разнообразной тематики. А инициаторами его создания стали работники районной библиотеки, которые в непростые 90-е годы прошлого века решили собрать у себя ветеранов войны. Тогда собралось 10 человек. В основном это были мужчины, участники боевых действий Великой Отечественной. Встреча всем очень понравилась, прошла душевно, интересно, и решили встречаться вновь. Так организовался клуб. Над названием долго не мудрили и назвали его «Ветеран». С каждой встречей участников, членов клуба становилось все больше и больше. И за очень короткое время количество членов клуба дошло до 65. Просто больше наш читальный зал уже не мог вместить. За эти годы членами клуба было множество известных людей Волосовского района, ветеранов войны и труда. Все они внесли свой вклад в развитие клуба. Однако особо хотелось бы отметить работников районной библиотеки. Благодаря их инициативности, помощи и поддержке за 20 лет здесь прошло 96 тематических встреч. Мне сегодня хочется сказать огромное-огромное спасибо нашим руководителям. Это Таисе Евгеньевне, Светлане Рудольфовне, потому что я вместе с ними была и на различных конкурсах, и мы побеждали, и то же самое выигрывали. Благодаря кому? Благодаря этим людям. Они вкладывают всю душу. Ведь представьте себе, 20 лет, да? Это трудовой жизни. Половина трудовой жизни, если до 40 считать. А если 25, трудовой стаж для женщин, так это почти весь трудовой стаж. И они проработали с ветеранами. И когда бы мы не пришли на заседание нашего клуба, мы уходим отсюда одухотворенные. Потому что девочки, ну, женщины, матери, там, я не говорю, они являются. Они, понимаете, они всю свою душу вливают. И как хорошо готовят эти заседания клуба. Поэтому иногда на час. Сначала готовили на полчасика, потом стали готовить на час, потом уже стала деловая часть проходить полтора часа, правда? Мы уже стали им говорить немножко уменьшить, пожалуйста. Они столько хотят вложить в нас информации, мы говорим, нам потом не унести эту информацию с собой, но они готовят тщательно. С любовью. Хочу поблагодарить, конечно, руководителей клуба. Милютину Константиновну, конечно, мы каждый день могли бы благодарить, потому что благодаря ее энергии и позитива, и то, что она вокруг себя собрала такой замечательный актив, который откликается на любые наши предложения. Ведь университет третьего возраста только благодаря поддержке клуба «Ветеран», и вот библиотека тоже большой вклад внесла в развитие. Ну, а в день юбилея всегда желают крепкого здоровья на долгие-долгие годы, до следующих юбилеев, встречаться еще на 30-летие, это тоже хороший юбилей. Ну а 20 лет, если это соотносить с жизнью человеческой, то только все начинается, все еще впереди. Поэтому действительно была правильная песня, все еще впереди, клуб будет развиваться и продолжать свою творческую деятельность. Спасибо, здоровья всем. Помимо устных поздравлений, в этот вечер участников клубов поздравляли и песнями.